Уже 33 года награды имени князя Константина Острожского, выдающегося защитника православной церкви и мецената, присуждается редколлегии журнала «Пшеглен православный» «Православное обозрение», главным редактором которого является депутат Сейма Польши Евгений Чиквин, а также главой фонда князя Константина Острожского Анны Рудикевич и видными польскими православными деятелями. Среди архиереев награды князя Константина Острожского в нынешнем году удостоен архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков. Одна из главных заслуг владыки Иакова – завершение многолетнего восстановления Супраслицкой Благовещенской обители, начало которому положил нынешний предстоятель Польской Православной Церкви блаженнейший митрополит Варшавский, вся Польша Савва. Хорошо, что жюри награды имени князя Константина Острожского сделало выбор в пользу кандидатуры нашего архиепископа Белостокского и Гданьского Иакова, так как он уже более 20 лет управляет епархией. И думаю, что его награждение – своего рода венец трудов. Здесь упоминали о большом вкладе владыки в возрождение Супрасля. Но это не все, конечно. За время его управления Белостокско-Гданьской епархией она приросла многими приходами. Много молодых священнослужителей стали настоятелями. Это очень и очень достойный этой награды человек. В числе лауреатов награды князя Константина Острожского выдающийся славист из Литвы профессор Сергей Темчин. Председатель Литовского комитета славистов исследует кириллические рукописи и литературу Великого княжества Литовского, Русского и Жемуицкого. Профессор убежден, что этот пласт культуры – тот мир, который все еще может преподнести немало сюрпризов исследователям. И я, и мои коллеги, мы постоянно продвигаемся в этой области, но здесь основная трудность в изучении этого рукописного наследия состоит в том, что оно, во-первых, двуязычно. В отличие от славян Балканского полуострова, Великого Новгорода, от Московского государства, здесь, в Великом княжестве Литовском и в Польском королевстве, с середины 15 века письменность церковная развивалась параллельно на двух языках. Не только на традиционном для всех православных славян, не для восточных романцев в церковнославянском языке, но также и на русской мове, которая вот в Беларуси называется старобелорусским языком, на Украине тот же язык называется часто староукраинским языком. И вот эта традиция, она сейчас, мне кажется, наиболее интересна, потому что до сих пор обнаруживаются многие произведения, которые неизвестны даже специалистам. В нынешнем году по разным причинам не смогли попасть на солью Гайновского Свято-Троицкого собора еще несколько лауреатов высокой награды имени князя Константина. Среди них польский поэт Борис Руско, который продолжает писать и издавать прекрасные стихи, перешагнув 90-летний рубеж. В числе лауреатов также русский священнослужитель и путешественник отец Федор Конюхов. В нынешнем году награды имени князя Константина присуждены двум французам. Один из них – иеромонах Макарий Банне из монастыря Симона Петра на Святой горе Афон, разработчик нового сборника житий святых – Синоксария. Второй лауреат – уроженец Франции Арно Гуйон, основатель и директор фонда «Солидарность Косово», который встал на защиту сербов Косово и Метохии. Более подробно о всех лауреатах награды имени князя Константина Острожского в следующих материалах информационного портала собор.by из Польши.